Этот год для брестских зубров прошел плодотворно. Результаты говорят сами за себя. Команда в 10-й раз стала победителем Кубка Беларуси по бейсболу. Помимо того, она завоевала 2-е место в квалификационном Кубке Европы и 4-е в международном турнире «Интерлига». И это существенный вклад в копилку спортивных достижений Брещины. А потому уместны и слова благодарности спортсменам, которые прославляют наш край. Ваши победы в Республике Беларусь и на международной арене, они просто такие, как сказать, даже почти фантастические. Поэтому так держать. И, наверное, здорово, что мы помимо основных массовых видов спорта культивируем такие еще вчера экзотические виды спорта, как ваш вид. Теперь он уже у меня вызывает абсолютно нормальную реакцию без экзотики, что это, ну, тоже очень важное и очень интересное такое, как говорится, спортивное первенство. Сегодня сборная нашей страны по бейсболу на 85% состоит из воспитанников клуба «Брестские зубры». В этом большая заслуга его директора и по совместительству главного тренера, мастера спорта Республики Беларусь Игоря Лукашевича. Именно этот человек был инициатором создания в городе первых команд. Он внес большой вклад в подготовку спортивного резерва для участия в республиканских и международных соревнованиях. Благодаря ему сегодня мы можем радоваться победам брестских бейсболистов. Сам Игорь Лукашевич считает, что его воспитанники, несмотря на высокие достижения, не должны останавливаться на достигнутом. Впереди новые вершины. Победы очень значимы для нас, потому что следующий год идет включение бейсбола в олимпийскую программу. В июле месяце должно быть решение принято. Вот, и мы готовы работать и готовы тренироваться для того, чтобы попасть в будущем на Олимпийские игры. Сегодня заниматься таким видом спорта, как бейсбол, хотят многие. Клуб «Брестские зубры» из года в год пополняется новыми людьми. В настоящий момент его членами являются 126 человек, большинство которых – воспитанники детских садов, учащиеся школ, студенты. Все они перенимают опыт у мастеров спорта, а потому есть все шансы, что в будущем смогут добиться таких же результатов, как и бейсболисты «Брестских зубров». Те, в свою очередь, активно пропагандируют спорт среди молодежи. Вид спорт такой разносторонний, там и очень интересный, по моему мнению. Там и развиваются такие качества, как скорость силовые, выносливость, командный вид спорта очень... Такой интересный вид спорта. Выбрал бейсбол, потому что очень интересный вид спорта и что-то новое в нас в Беларуси. Мало кто знает, но если погрузиться полностью в игру, тогда становится более интересно и завораживающе. Бейсбол в Бресте активно развивается. За годы его существования выстроена четкая пошаговая система подготовки игроков, которая сегодня позволяет вырастить из юного игрока в будущем настоящего профессионала. Такими являются и игроки команды «Брестские зубры», которые путем проб и ошибок, упорством, трудолюбием и стремлением к вершинам уже в юном возрасте добились немало. А потому сегодня они хороший пример для своих товарищей.